saying that it feels right. Друзья, вы все видели вот эти кадры? Опускайте машину, я говорю. Вы что, не понимаете, что ли? Можете снимать все, что хотите делать. Где номера? Да. А что наряд-то не вызвали? Вызвали. Чего они так долго едут? Отойдите, пожалуйста. Сотрудники стоят, не взаимодействуют ни к чему. Давай. Опускаете? Опускаем, сейчас приедут сотрудники, опустим. Дождитесь сотрудников полиции. Дождитесь сотрудников полиции. И многие видели, что же показало СМИ. Так вот, ребята к нам обратились, мы с ними поговорили. Все совсем не так, как показывают вам по телевизору. А как? Увидите. Мы этим делом занялись. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Привет. Здравствуйте. 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 Владислав Владимирович. Владимир. Приятно. Владимир. Добрый день. Добрый. Владислав Владимирович. Что, представляете? Можно мы к вам? Нам всегда можно. Надо знать. Старым друзьям всегда можно. Мы с проблемой. Это герои нашего времени. Да. Которых знает уже вся Россия, наверное, зарубежье. Ближайший. Владимир, пожалуйтесь. Пришел обратиться за помощью в решении моего вопроса, проблемы, которая произошла в аэропорту Внуково при эвакуации моей собственности, в данном случае автомобиля, который был незаконно перемещен на эвакуатор. Я считаю, что они незаконно это делали и нарушали мои права. Это общая проблема всех нас, водителей. Никто от таких вещей не застрахован. Такая организация, как МАДИР, она не исключена, что необходима, но некоторые лица, которые там работают, вызывают вопросы. Беспредельщики, я бы сказал. Вот. Я не буду это называть, но я считаю, что у нас с вашей помощью также, с вашей вот этой ситуацией, есть возможность вывести людей нечистоплотных на чистую воду. Да, беремся? Мы уже взялись. Все, окей. А спонсор этого выпуска – телеграм-канал «Сила движения», канал объединенных сил добра. На канале вы найдете статьи и ролики на дорожную тему про ГИБДД, ППС, ЧОП и других представителей неадекватных. Анонсы предстоящих рейдов, не вошедшие кадры, фото и видео с места событий, короткие лайв-трансляции. Подписывайся и кинь ссыль другу. Ссылка в описании.